Я развожу их в плоскостях. Это самая частая ситуация, два верхних премоляра, первый и второй. Удаление, неудаление, то есть уже адентии имеющиеся, без разницы. Там всегда недостаток места для того, чтобы соблюсти вот эти вот 2-3-2. Это, например, 13-й зуб. Вот здесь мы с вами имеем гребень. Это 16-й зуб. Это, кстати, не я придумала, это Салама. Это его предложение разведения по плоскостям. Вот так. Но ортопеды не все. А мне вообще, знаете, я своему ортопеду очень быстро объяснила, что он может пойти попробовать работать с другим хирургом. И если ему что-то не нравится... Он мне попробовал как-то раз просто вот на это прислать комментарий техника. Ну, я ответила, как бы, я не очень такая, как бы, как вы думаете, шелковая, пушистая. Не хотят, пусть делают мостовидную конструкцию. Я не буду отвечать и нести ответственность за вот такую установку. Я не буду этого делать. Я не врежу своим пациентам. У них это просто эти шалобушки и коронки. Пусть включит мозги и сделает как нужно. А, да, у меня была одна конструкция, когда не было шестого. Здесь был огромный дефект, и костная пластика не предполагалась у пациентки по состоянию здоровья ее. Я поставила имплантат седьмой, а вот эти развела вот так. Вот здесь я была согласна признать, что очень сложно было высадить вот это, потому что это уже мостовидная история. И, конечно, тут как бы сделали, чуть-чуть поругались, включили голову и сделали. Если это цементная фиксация? Нет, на винтовой сделали. Понятно, ну хорошо, но в области 1.4 там винт выйдет в неудобную. Знаете, как у нее вышло? У нее винт вышел на скат небного бугра, получается, орально, небно. Вот если это зуб, вот здесь. У меня просто имплантат стоял вот туда немножко, по оси. Это было несовмещенное с удалением имплантация. Я просто побоялась ее отсрочно имплантировать, потому что она такая склонная вот к этой быстрой, такой атрофическим таким быстрым процессам, поскольку это моя такая давняя пациентка. Я предпочитаю ставить правильный диаметр имплантата. Но меньше 4 я предпочитаю не ставить, если честно. 4 и 5, если... У меня были лунки, я вам объясняю, у меня были лунки. Нет, можно поставить. В моей конкретной ситуации нельзя было уже поставить, потому что они бы просто там болтались, я не могла себе такое позволить. Хорошо, допустим, удалили 2-3 месяца назад зубы, угу. Мы ставим вот там. Угу. Можно же поставить в правильном ряду? Ну, вот так вы имеете в виду? Это зависит от мезиодистального расстояния. Вот здесь я его четко просчитываю. Знаете, как я делаю? Я сначала меряю все это потом компьютерной томографией заранее, а потом у меня я пользуюсь такими измерительными лентами, мягкими хирургическими с градуировкой. Такой, да, у меня в наборе. Ну, неважно. И я измеряю еще в полости рта это все, и отсюда рассчитываю, что я могу себе позволить поставить. Но такое бывает и 3,5. У меня нету цели создать проблемы ортопеду. Я должна нести ответственность. Он же потом, если начнутся проблемы, ко мне пришлет. Ну, какая долговечность эстетики в импланте 1,4? Ну, 1,5, я понимаю, 1,4. Он же вестибулярный. Почему он вестибулярный?
Он нёбно стоит? А, нёбно? Да. Вот это. Так. А, ну да, подача 1.5. Ну, альвеолярная просто в позиции, а 1.5 он шире уже там возле. Он поэтому так и стоит. Это не просто так. Это не я так придумала. То есть вам не хватило 2 миллиметров, и вы решили сместиться в сторону, чтобы... И так нельзя их поставить, вот так их нельзя поставить в этом участке. Чаще всего, если мы ограничены мезиодистальными расстояниями, то вот здесь у вас не будет места. Вот так вот, это Салама предложил, это он предложил, поскольку анатомически, основание, вот как он говорит, что поскольку нёбный корень первого премоляра длиннее, чем щёчный, анатомически рассчитана, то есть наша природа, она рассчитана именно таким образом, что имплантат в позиции нёбного корня первого премоляра более органичен для челюсти, потому что он испытывает большую нагрузку. Вот так. Но это его объяснение. И, соответственно, то же самое касается второго премоляра. И то, что вы правильно, Станислав, сказали, всегда в области второго премоляра гребень расширяется, уже как бы идет вот это вот расширение гребня. Когда вы делаете синус-лифтинг, когда скелетируете высоко вот эту зону, от, например, там от 5-го до 7-го зуба, ну, ориентировочно где-то, вы же сами видите, вот, когда у вас эти впадины в области первого премоляра, прямо гребень, он уходит вот как крыло туда. Ну, хорошо, а гигиена? Да прекрасно все у пациентки. Потому что она 5 лет с этим ходит. Она приходит на профгигиену, она пользуется ирригатором, у нее все нормально. Но тут нет потери костной ткани никакой. У нее нет проблем, у нее высажена хорошо конструкция. Но они делали долго, он 3 раза литье у нее не садилось, и как бы это я знаю просто. Да, но если у нас ситуация не такая, как я сказала, вот это, мне кажется, решить одиночными коронками не является чем-то таким сверхъестественным. Что они у вас поменяли? Это правило треугольника, по идее, да, должны подпадать не в линию. Это не я. Правило табуретки. Это не я. Это я поэтому ортопеду своему прислала целую выписку из трудов Саламы, все ему сфотографировала, показала и объяснила, что это не я такая криворукая. Это вот... Святослав, да, Святослав. А кормовую часть, извиняюсь, а вы делаете плотно здесь? Да. Прям плотно? Ну вот как-то мы с моим доктором, я просто со своим ортопедом работаю 12 лет вместе. У нас был небольшой развод, но он закончился обратными отношениями. Вот, потому что, ну он тоже сходил как бы в другую сторону, посмотрел и быстренько вернулся. И вот это. Понимаю, для этого есть основания просто. Я же вот вас знал. А вы как относитесь, например, к ситуации, если поставить позицию 15, ну, 25 и сделать консоль мезиальную? Отвратительно. Да? Конечно. Ну, а вообще к любой консоли отношусь плохо. К консолям? Нет консоли? Нет консолям. Но даже мой учитель, профессор цимбалистов, ортопед, говорил о том, что ну, дистальную консоль, ну не делайте, пожалуйста. Мы же штат не идеальную консоль предлагаем, позицию 14. Ну, расстояние мезиодистальное настолько... У меня есть 2 такие работы, пока они под наблюдением, я даже недалеко еще отпускаю этих пациентов. А да. Сколько вот таких? Вот таких много, таких с утра до вечера.